Доброе время суток. Сегодня у нас такой маленький отчет гостиницы Эйфель, Батуми, Грузия. Значит, так, снова на входе мы находимся, как всегда. На дверях никакой информации для нас нету. Должно быть, по идее, но нету. Не буду говорить, какой. Вы догадайтесь и напишите мне в комментариях, что здесь должно быть. На дверях, на входных дверях ничего нету. Вот ключи в розеточке. Значит так, санузел давайте в конце. Ну, значит, что у нас такое? Ну, знаете, для такого типа гостиницы, как говорится, я был не типа удивлен. Ну, нормально. По такой цене, я не буду говорить, по какой цене, это не реклама, просто отчет. Нормальный номер, вот с диванчиком. Вот кроватка. Тумбочка. Как всегда, пустая. Кровать ничего такая, нормальная. Шкаф, гардероб. Тут пока еще ничего не лежит у меня. Такой шкафик хороший. Вам не видно, темнота, темно. Ну что, шкаф, гардероб. Поехали дальше. Телевизор. Обычно какие-то программы идут. Отопление. Зеркало. Ну, для Пауперса, вот, мне нравится. Здесь мини-бар со своими ценами. Мини-бар все на месте, но я его трогать не буду, потому что цены, как знаете, в мини-баре сумасшедшие. Потом, что у нас здесь еще? Телефон. Работает? Работает. Куда звонить, даже не знаю. Это терминалка, наверное, этого интернета, Wi-Fi. Два стаканчика. И что еще был удивлен? О, кофе. На кофе. И чай. Какой-то чай. Курук. Наверное, турецкий. Ну, еще посмотрим, может, попробуем. Потом. Блин, три балкона. Я думал, это окно. Нифига себе. Ну, смотрите, вот раз балкон, два балкон, это три, это надо посмотреть еще, это тоже третий балкон. Офигеть. У меня три балкона. Да, балкон, блин. Давайте посмотрим вид вот с этого балкона, с центрального, как говорится. Это балкон, вид на центральную улицу Горгиладзе в Батуми. Вот там еще Шератон видно. Ну, ничего, нормально. Я доволен. Значит так, ну вот наша комната еще с этого ракурса, посмотрите. Сейчас пойдем санузел проверять. Включили свет, я надеюсь, вам видно. Санузел тоже мне нравится, нормально. Тут он полотенце. Что у нас здесь? Ну, не пятизвездочная, это же гостиница, ё-моё. Для своей цены мыло, шампунь. Это что, фен. Что у нас еще есть? Ну, полотенце есть. Вот еще тут тапочки лежат. Как нормальные, хорошие гостиницы. Не такие какие-нибудь там дешевые, тоненькие тапочки. Хорошие тапочки. Одни я уже одел. Тут есть, интересно? Вот, шампунь. Давайте посмотрим. Вроде есть, но что-то льется ничего. Нечего. По виду, что есть, ничего нету. Не льется. Сушилка. О, горячая, хорошо. Ну, не знаю, товарищ. Я доволен. Хорошая гостиница, как видно. Потом посмотрим. О, еще картина. Запечатлите. Картина с видом на озеро или на море. Ну, все нормально. Два кресла. Хорошая кровать, наверное. Ну, такой маленький отчет, как говорится, гостиницы. О, я свет сейчас включил. Побольше света будет, чтобы вы посмотрели. Такая какая-то угловая комната. Такой маленький отчет. Я думаю, что будет кому-нибудь полезно. В интернете можете найти эту гостиницу, если что, я уже говорил, это Эйфель.